Все. Принимайте последнюю машину завода имени Чкалова. Извините, что без испытаний. Испытывать будем там. Спасибо, товарищ директор. Спасибо, товарищи. Надолго запомни этот день. Какой сегодня день? Понедельник. Число? 13. Характеристики подходящие. Это лихо. Лихо в доме. Есть такая сказка, я в детстве слышал. Жил-поживал мужик. Дом, семья, пахота. И пришло к мужику горе злосчастье. Одноглазое лихо. Нежданно, непрошено стало жить в его доме. И тяжко стало мужику. Потому как же жить, когда лихо в доме? А нам не только жить, нам работать надо. Новый завод освоить, самолеты дать в 6 месяцев. Не верю я в сказку о новом заводе в 6 месяцев. О, этот завод мы строили 3 года и 8 месяцев. И все к нашим услугам было. А там завод мы построим в год. И отдадим за это 5 лет жизни. Значит, надо отдать 10. Товарищ Черемин, вам пакет, радиограмма из Москвы.
самолеты нужны как хлеб, как воздух. Крайний срок выпуска – 2 месяца. Пошли. Пошли. И вдруг все разрушилось, ну все как есть. У меня мама с театром уехала, она кассирша в театре. А я завод. А что я на заводе? Что? Мельче самого мелкого, плановик в цеху. А я в театр мечтала пойти, Джульетту играть. Глаза растали, дежки, дорожки. Где мы гуляли после бомбежки? Где мы гуляли после бомбежки? А вы не желаете ли хлебка с сыром? Немного погодя. Вот если б вишенки вашего производства. Очень вы крепки вишенной вашей марки. И бодростью духа. А то как же. В Библии сказано, и лил дождь 40 дней и 40 ночей, и всплыл ковчег. Ой. А вы все плачете, товарищ Степнева. Да. Эх вы, Джульетта. Да ну. Это Джульетта и этот... Как его? Я к вам с третьей полки пришел. Не центию моей любви, Сашенька. Ой, ты что ты там время разлить? Я тебе слезу. Вам опора в жизни нужна? Нужна. Ну, сейчас же на первой станции слезем, сбегаем в город. Вот как его? ЗАГС. Распишемся, и Джульетта... Конец. Я муж супруги. Опять вы, товарищ Иванов. Сколько времени на всех перекрестках ловите, на вечеринке зовете, о любви своей говорите. Люблю. Да не хочу я такой любви. Никакой любви я не хочу. Худо мне. Оставьте меня. Да, пожалуйста, мне тоже не до разговоров. Вот был завод, а теперь что? С кем едем? С кем там работать будем? Вот с кем работать. А лучших людей нет. Павлова нет, Юдин нет. Или вот... Дядя вашего, Лукира Яковлевича, Шаткина, лучшего токаря Шаткина Тимофея Ивановича, нет его, нет. То есть как это нет его? Ты это при ком говоришь? При дочери? Лалка, иди спать, нечего тебе тут слушать. При жене, которая вот-вот новым детем разродится. Как это нет? Жив Тимофей Иванович? Письма домой пишет. Конечно, жив. Замечательный токарь. А как он песни поет? Особенно эту. Хорошо поет. Я от него письмо получил. Что такое? А ну-ка, вылезай. Вылезай, 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 гражданин, вылезай. Здравствуйте. Вот и зайцы явились. Ты что такой? Никто. Откуда едешь? Ниоткуда. Беспризорничать будешь. Кто Ленин, знаешь? Знаю.
Ну, значит, еще не совсем потерянный. Господи, Господи, помоги путешествующим, плавающим. Спаси, Господи, раба Божий. Как тебя звать? Ромка. Раба Божий Романа. Не буду я ничего. Вот ты, дьявол, тебя припечатает вот железными вилами за то, что молитву нарушает. Знаешь ты, что такое дьявол. Отец у тебя есть? А мать? Немца убили. Мамку убили. И сестру. Галку. А меня и других в телегу впрягли. Трупы везти велели. Сбоку шли. Стон били. Приговаривали. Русский раб. Русский раб. Не раб я им! Куда ж ты теперь? На фронт. Есть без тебя на фронте. Ты с нами оставайся. Конечно. Мы устроим тебе место на нарах и поедем далеко, поедем. Мешок под голову и поедем. Поедем. А куда доедем, бабушка? Маршрут с точностью еще неизвестен. Он известен. А куда поедем, куда поведет звезда. Хорошая звезда. Вифлеемская. Ну-ка, Рома, кушай. Да ну будет бухать смотреть. Кушай. Ну, скорее. Абрам Матвеевич, выпейте рюмочку вишенной, да? За путешествующих, плавающих. Ни от звезды, ни от рюмочки не откажусь, Лукерия Яковлевна. Спорил, требовал, но ничего не сделаешь. Все занято. Танки, пушки, боеприпасы. И вот единственное готовое строительство, которое нам могут предоставить. Дмитрий Иванович, нам надо немедленно, как называется, лететь в Москву. Да-да. Нельзя терять ни минуты. Вы правы, нельзя терять ни минуты. Да. Ну что ж, начнем размещать цеха. Извините, Бог. А что сделано для встречи эшелона? Пока вопрос не решен. Сейчас он решен. Свяжитесь с городом, выясните наличие транспорта, помещений. Нет, нет, вы не записываете, а как называется, идите и выясните. Денис Петрович, а вы займитесь осмотром площадки. А вас прошу узнать, когда меня сможет принять секретарь обкома. Если не возражаете, сейчас. Мне только что сообщили о вашем приезде. Акбашев. Еремин. Я много слышал о вас, товарищ Еремин. Ну, анкета простая. Одна награда, два взыскания, женат. Детей нет. Жена учительница уехала со школы. Знаю. И еще знаю то, что вы не знаете, товарищ Еремин. Вот телеграмма из Москвы. О вашей жене, товарищ Еремин. Я звонил в Москву, узнавал, насколько можно установить, машину на шоссе немецкий десант задержал. Остальное неизвестно.
Самое важное для вас сейчас помолчать. Когда 3 месяца назад у меня убили сына, лейтенанта под Псковом, больше всего в жизни мне хотелось помолчать. Я не мог. Тот день у нас стал транспорт в области. Бензина не хватило. Столовые, хлебопекарни, заводы, все закричали в один голос. Я должен был говорить. Вы счастливы меня, товарищ Еремин. Вы можете помолчать. Побудьте один. Помолчите. Завтра обо всем поговорим. Нет, не надо. Завтра. Надо сегодня. Надо начать сейчас же. Значит, здесь будет завод. Да. Здесь будет завод. Приехал большой завод. Завод? Вам опять плохо. Вы не думайте, не вспоминайте. Потом все вспомните. Хорошо. Скорей! Скорей, скорей! А то ведь машину могут уйти. Успеем, еще яблок надо купить. Так, хорошо? Хорошо. Она больная? Да, больная. Она со мной в одном эшелоне была. Только я из Одессы, а она не знаю откуда. Очень несчастная женщина. От немцев, кажется, вырвалась. И все позабыла. И имя свое, и фамилию. Ой, очень много пережила. А вы? Ну, я счастливая. Почему счастливая? Ей-бог, счастливый. У меня же дети при себе. Дом наш в Одессе, конечно, разбомбило. Ну, нас вывезли, посадили на пароход. Пароход, конечно, потопило. А я и дети остались живые. Значит, медных труб только не хватает. Как вы сказали? Огонь и воду прошли, медных труб только не хватает. Да, медных труб не хватает. Может быть, яблок? Конечно, скушайте яблок. Товарищ от души предлагает. Спасибо. Я съем. Вы не думаете, что вам плохо. Вы думаете, что вам будет хорошо. Вот, конечно, мы найдем угол. Мне один адрес дал. Такой добрый. Да все люди хорошие. Вот товарищи тоже помогли. И люди хорошие. Будет хорошо. И люди хорошие. Я сказала, дети, спокойно. Они нам ничего не сделают. Они ничего не сделали. Только дошли до минного поля и сказали, идите. И мы пошли. Я сказала, дети, идите осторожнее. Они шли осторожно, только плакали. И все равно был взрыв.
и другое. Я ничего не помню. Наверное, меня убило. А мне не дают лежать. Хорошие люди. Будет хорошо. Не надо. Хорошо. Надо покушать. Вот я сейчас достану хлеб. Товарищи тоже покушают с нами. Нет, нет, спасибо, спасибо. Вы успокойтесь. Вы скоро поправитесь. Если нужно помочь, вы ищите на заводе. Моя фамилия Иванов. Иванов. А завод, в общем, завод директор товарищ Еремин. Кто директором он сказал? А кажется, Воронин. Но не могу. Что там такое? Простите, скорпион. Денис Петрович. Денис Петрович, что будет с ложками? Какими ложками? Ведь как какими? Нам сегодня предстоит кормить 6000. Завтра можно 15, может быть, 20. Ну, где я возьму 20 тысяч ложек? Пустите немедленно полутонный пресс. Можно его приспособить для ложек. Я проверял. Великолепно получается. Ну, а вилками и ножами займем. 6 часов, идите. Начнем. Я дал приказ начать производство. У нас нет крыш, нет цехов. Станки под открытым небом. Нет людей. Будет невиданно трудно, и хватит об этом. Слово «трудно» придется забыть. Начнем работать без стен. Стены будем возводить вокруг станков. А люди... Заводы имени Чкалова. Это полчища казаков-разбойников? Вы называете рабочими завода имени Чкалова? Да, их надо учить. И мы их научим. И вместе с ними дадим самолет
через 2 месяца. Хорошо, хорошо. Товарищ Иванов, приказ свободы. К нам приехали девушки. Расскажите, голубчики, о нашем заводе. О каком заводе? У меня работы по горло. Свободы в третий час. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, кто вы будете, а? Иванов, приводи. Я Калидат Боров. А я Узелка Харькина. А я Ира Алина. Скажи, пожалуйста, как делают самолеты? Самолет? Ну, самолет делается так. В 6-м цеху берем шпангауты. В 7-м стригера. В цепелях их собираем и получаем каркас фюзеляжа. Который обшиваем, обшиваем и ставим на центроплан. Боков стыкуем. Крылья, вставляем в стабилизатор, киль и полетел. Полетел? Нет, не полетел. А как? Мотора не хватает. Какого мотора? Мотора. Одну минуточку. Александр Александрович, ну так, свободно. Да свободно. Вручайте, погиб я. Тут девиз надо принять. Рассказать им о заводе, о самолете. Товарищ Иванов, что вы говорите? Я сама ничего не знаю, кому же я буду... Сашенька, вы как-нибудь с ним по-своему, по девичьи. А мне некуда, у меня бетонщик награден, а там электрики. Саша, товарищ, товарищ Иванов, Володя, Володя. Здравствуйте. Зеркало жить не могла. Да. Только раз это была я. Та была чистенькая, вертлявая, в театр стремилась Джульетту изображать. И она там, где далеко, по пути отстала. А это совсем другая. Кто, я помню, приставал? Ну, к этой бы вы не пристали. А я и забыл, как это делается. Не вздохнуть, не охнуть. Любовь, романы, теперь... Не надо. Не надо. Нет. А вы тоже другим стали. Вот теперь с вами как-то проще. Спокойнее. Свет. Сашка! Ой. Я и забыл, зачем пришел. Работать надо. Эшелон новый прибыл. Все на разгрузку. Джульетта. Давай, поднимай девушку. Девушка, вставай. Давай, на работу. Давай, на работу. Товарищ Еремин? Да. Салам. Здравствуйте. Я от товарища Акбашева привел вам еще 1000 человек. Спасибо. Пришли с ними. Их слышно далеко-далеко.
И где бы, кто бы в пути не отстал, не устал, когда слышит их, знает, надо надеяться. Нам счастье. Во-первых, угол сразу нашли. Во-вторых, люди кругом такие симпатичные. В-третьих, ну, третьих еще нет пока. Вот нам бы еще тюфяк достать, чтобы не на этих досках. Конечно, если бы не этот тряск, у вас бы уже давно голова прошла. Ну, еще поправить. Еще вспомните. Надо верить в счастье. Оно все-таки есть. Я тоже потом пойду, попытаюсь счастье. Может быть, мне дадут работу на этом заводе. Это, видно, большой завод. Вы смотрите, они все едут, 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 едут. Да вы скрыли, мне позволишь не видать. Куда вы скрыли, удалили, навек заставили. Бойцы и командный состав просит вас свято выполнить предсмертный завет погибшего. Если родился сын, вырастить его таким, каким был отец. Командир части Никонов, политрук Захаров. Извините, конечно, я тут по соседству живу. Я хотела вас попросить, там у меня женщина одна, очень больная. Может, у вас найдется немного молока? Я думала, ей молока. Нет, вы извините, пожалуйста, у нас сегодня нет молока. Машины все в город забрали, на завод. Завод большой. Да, конечно, большой. Там много рабочих надо. Ну, конечно, этих квалифицированных. Мне бы тоже хотелось. Ну, я, конечно, не Очень трудное слово, конечно. Вы меня извините. Очень все трудно. Ну,
Вы на завод идете? Вы им хотите сказать, что умер? Они все равно не поймут. Он того не видит, не слышит, что он видел. Живут здесь, как жили, а он... Я сама пойду. Я все скажу им. К самому директору. Ну зачем директору-то? Не до тебя ему, у него своего горя хватает. Своего горя? Так пусть и мое почувствует. Пусти, я пойду. Иваныч, а снег у фургона немцев идет. Мы заявку подали, хотим бригаду имени Шапкина назвать. Хорошо? Хорошо. Эти детали нужны немедленно. В эту погоду лететь нельзя, товарищ директор. Если завтра не будет деталей, станет завод. В эту погоду лететь нельзя. Да, вы рискуете жизнью, машиной. Я не приказываю, я спрашиваю, как полететь? Да, в эту погоду лететь нельзя. Разрешите идти? Идите. Вы ко мне, товарищ Шапкин? Вы что-нибудь получили от мужа? Нет. Я квалификации раньше имела. Слышала, заводу рабочие требуются. Хотела начать работать. А сын? У меня мать. Знаю. Лукерия Яковлевна. Ее очень любила моя. Сегодня хороший день. Будут детали и одним человеком больше. Спасибо. А вы ничего не имеете от жены? Нет, ничего. Спасибо. Женщина опять приходила. Достала где-то, пришла поделиться. Поделиться пришла. Добрая женщина, хорошая. Хорошая женщина.
Спасибо. Только вы лучше ей. Нет, она не хочет пить. Вы знаете, ей совсем худо. Ее надо в больницу. Да, конечно, в больницу. Да что ж с вами? Вам тоже надо в больницу? Нет, я на завод иду работать. Обязательно нужно работать. Конечно, надо. Это большой завод. Большой. Я ходила, просилась, они меня не берут. Говорят, я слабая. А я все могу. Я вот только не знаю, к кому мне пойти. Вы идите к директору. Конечно, к директору. Теперь же все заводы называются по имени директора. Завод, где директором, вот только про этот я не знаю. Этот завод? Да. Завод имени Шапкина. Завод имени Чкалова. Завод, где директором товарищ Еремин. Кто? Куда вы встаете? Как вы сказали? Как вы сказали? Авиационные. Завод и директором товарищ Еремин. Да. Это ваш родственник? Это мой муж. Пойдем, пойдем. Товарищ, товарищ, смотрите, она нашла своего мужа. Я очень рад за нее. Очень. Смотрите, как хорошо. Как хорошо, товарищ. Товарищ, смотрите, она нашла своего мужа. Пойдем. Пойдем к нему. Конечно, пойдем. Ой, только дождь. Какая дождь. Дождь. И вы больны. Какая болезнь. Вы домой сходите. Нет. Все хорошо. Все очень хорошо. Ну, я же не одета. Дайте мне причесаться, одеться. Мы, товарищи. Товарищи, скорее сюда. Скорее, скорее. Воды давай. Скорее. Воды. Она нашла своего мужа. Она нашла своего мужа. Мы не директор завода. Директор завода. Его зовут. Его зовут. Я вас ищу, Алексей Васильевич. Звоню в Новосибирск. Дизеля придут через 12 дней. Заносы на всем пути. А нам нужна электроэнергия сегодня, сейчас, сию минуту. Мы не хотим вас обманывать, Дмитрий Павлович. Но с заменой дизеля ничего не получается. Ну а что же виною? Может быть, этот суп? Очень возможно. Слушайте, кто делает эту бурду? И почему заставляете людей есть ее? Дмитрий Павлович, я же докладывал. У нас повар, он все делает по-своему, а уволить не можем. Почему? Во всем городе ни одного повара. Потом люди едят, молчат. Молчат?
пишет мне командир полка Тихонов, политрук Захаров. На одном участке наша часть перешла в контрнаступление и вплотную подошла к долговременной огневой точке врага. Старший сержант Шапкин ползком подобрался к доту, собственным телом закрыл щель и погиб смертью героя. Еще пишет мне командир полка политрук, чтобы сыну вырасти таким, каким был Тимофей Иванович. Чтобы завод работал, как он, Тимофей Иванович. Еще. Вообще. Вообще. Ваша жена, ваша... Еще не пришла в себя. Очевидно, сильное нервное потрясение. Да, она потеряла мужа. Ее мать хочет остаться возле нее, можно? Да. Это сейчас самое необходимое, чтобы около был близкий человек. Я сейчас распоряжусь. До свидания, Лукерьяка. Вы приходите. Как раньше всегда приходили, не стесняйтесь. И нехорошо теперь вам мешать. Ничего. А что было, помню. И вы, и жена ваша всегда ведь во всякую мелочь входили. Очень хорошая женщина, Татьяна Андреевна. Да. Очень хорошая была женщина. Не отбивайте людей, Дмитрий Павлович. Не надо. Бог даст, просияет свет, и вы радость увидите. Вот не сияет свет у Гиряка. Кажется, порча. Нет, это выключили для завода. Еще йод. Не помню. Она нашла своего мужа. Он директор. Его зовут? Не помню. Не помню. Что это? Я вспомню. Я сейчас все вспомню. Я вспомню. Я все вспомню. Все люди хорошие. Все будет хорошо. Таня! Таня! Ты узнаешь меня, Таня, это я. Таня! Митя! Что с тобой было, Таня? Ну, расскажи. Молчи! Молчи, не надо! Буду, не буду. Не отпускай меня! Не отпускай меня! Держи вот так крепче! Крепче вот так. Тебе очень плохо, Таня. Очень плохо. Все будет хорошо. Я нашел тебя, Таня. Я нашел тебя. Ты не уйдешь от меня, Таня.
Ладно. Простите, нельзя больше ждать. Нужен ваш приказ. Надо немедленно прекратить работы. Безумие продолжать такую ночь. Это не просто буря. Проклята эта Азия. Дождь, грязь, тысяча бедствий. А теперь вот. Станки из металла и те не выдержат. А там же люди. Ну, случится чудо. Дадим срок самолета, а дальше что? Люди не выдержат, завод станет. Лучше, тысячу раз лучше переждать. Дать людям передохнуть. Хоть пройди этой бури. Здесь дух шибает. Вы поезжайте. Сами взгляните, Павлович. Единственный выход остановить. В конце концов, только одна ночь. Поезжайте. Никуда я сейчас не поеду. Никуда. Слушайте. Я дни и ночи не вылезал. Я готов еще. Но только дайте мне этот час. Может быть, последний час, что я ее... Дмитрий Павлович. Мы сами. Мы все сами сделаем. Вы там и не нужны. Не поможете. Оставайтесь. Всю ночь здесь. Очень плохо. Вы не думаете, что она... Вы думаете, что она выживет? Я месяц рядом жила. Я по глазам знаю. Очень, конечно, хорошие глаза. Обязательно надо думать, что выживет. Вот у меня тоже муж пропал. В самом начале войны. Он, конечно, найдется. Вот дом, конечно, не тот. Хороший был дом. Квартира. Я ее своими руками выкрасила. Вы знаете, вот, как близко становится, когда своими руками. Потом, конечно, нас потопили. Пришлось землю копать. Новороссийске. Я, конечно, раньше никогда не работала с землей. Потом пришли туда эти. Все они шли за мной с детьми. Я, конечно, не знаю, что я им сделала. Я только работала по хозяйству. Костерушка там обед, дети сготовить, то да все. Только теперь, конечно, я понимаю, надо что-нибудь больше.
муж вернется, спросит. Что ты, Надечка, сделала, чтобы прогнать этих? Стерушка, как я ему скажу? Вот мне бы хотелось на завод, на какую-нибудь работу, маленькую, конечно. Такие тоже нужны. Завод ведь должен работать, чтобы прогнать этих. Ой, вы меня извините, вам трудно, а я тут болтаю. Говорите, говорите еще. Вы не думайте, я тоже очень волнуюсь за нее. Только я знаю, что она выживет. Это первое. А второе этот, я плакать не могу. Нельзя, знаете, плакать, когда горе велико. Третье, ну, вот работать это, когда руки заняты, как-то вот легче. Как вас зовут? Мне Надя. То есть этот, Надежда Ивановна. Завод будет работать. И мы погоним этих. Спасибо, Надежда Ивановна. Ой, вот у меня этот руки, обед этот, пастерушка, знаете. Дайте мне вашу руку. Вести дальше. Я говорю, Еремин. Дмитрий Павлович. Да, Еремин. Продолжать работу. Да, приказ директора. Дмитрий Павлович, люди нужны там, во дворе. Свободные смены. Так не хватит. Хватит, пойдут конструкторы, плавники. Мы с вами пойдем. Завод должен работать. Я дал обещание. Кому? Надежде Ивановне. 12 цех. Какой Надежде? От твоей домашней хозяйки. Почему нет сводки за смену? Какая буря? Завод работает. Понимаете? Работает. Держитесь! Держитесь, товарищ директор! Встречает вас наш край. Буря, дождь. Через 2 месяца я вам обещаю солнце. Самолеты сейчас для нас самые важные. Всей моей жизни остался месяц. Понимаю. Вы думаете, через месяц дадите машину,
и кончено. Сегодня я с Москвой говорю. Там намечают завод, чтобы делать другую, большую машину. Я сказал, что у вас нет цехов. Нет электроэнергии. Вас преследует несчастье. Весь завод и каждого из людей, и вас, товарищ Еремин, там все знают. И считают, что вы имеете право отказаться. Лежи. Нельзя мне лежать. Без меня вся бригада развалится. Какая бригада? Ну, наша бригада имени Шашки. Ничего не развалится, спи. Наверное, и спать хочешь. Конечно, хочу. Нет, спи. Все мы теперь недоспаты. Только сейчас спать нельзя. Почему? Нужно бомбардировщиков много строить. Я выучусь. Построю много самолетов. Потом свой самолет построю. Какой свой? Не скажу. Сейчас засмею. Нет, 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 не засмею. Особенный у меня самолет. Mm-hmm. Самолет «Шкора». Скажем, урок у нас географии. Задано Магнитогорск. Самолет поднимается в воздух и летит быстро-быстро. Со средней скоростью 1000 км/ч. И, пожалуйста, Томный, Урал. Или урок истории. Битва на Куликовском поле. Каких-нибудь полчаса. И вот гляди. Тут погнали татар, тут Мамай побежал. Не смеетесь? Нет, 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 не смеюсь. Или урок астрономии. Самолет поднимается высоко-высоко. Стратосферу. Как вы думаете, можно такой самолет выстрелить? Думаю, можно. Можно. И я так думаю. Наверное, я знаю, о чем вы думаете сейчас, товарищ Еремин. Я думаю о том, чтобы все свои силы, каждую каплю крови, чтобы никто никогда не мешал ему жить, расти, трудиться. Нам помогает. Много счастья тоже поможет. Еще больше поможет. Да, все хорошо. Где хорошо, там я не нужен. Еду на танковый. Танки для нас сейчас самые важные. Вы же говорили, что самое важное — это самолет. Конечно. Все самое важное. А важнее всего самого важного...
Через полчаса поднимется наш самолет. Пойдет туда, на фронт. А когда войдет в бой, мы почувствуем. И это будет наш праздник. А пока даем отпуск на сутки. Идите, спите за 2 месяца. Завтра найдется работа еще труднее. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Спасибо. Товарищ директор, разрешите, мы смотреть хотим, как он в воздух поднимется. Вдруг ли что-нибудь случится? Ничего не случится. Конечно, спасибо. Ничего не случится. Только, вы знаете, как-то нельзя без праздника. Сердце так полно. Я бы, конечно, пела. Только вот, извините, у меня голоса совсем нет. Я хоть посмотрю. Смотрите, пойте. Это ваш день. Спасибо. Попросите больную Еремину. Да, она может уже подойти. Я подожду. Нашла своего мужа. Шла, шла. И нашла. Да. Товарищ Иван, он спит. Понимаете, он 2 месяца. Может быть, вы позвоните позже. Но я просто не могу его разбудить. Кто говорит? Говорит его жена. Да. Я передам. Спасибо. Спасибо. Митя. Митя. Таня, ты? А как ты себя чувствуешь, Таня? Мне сейчас очень хорошо. Танечка, почему же, когда я звонил тебе... А? Ты с ума сошла! Я здорова! Что позволил, Таня? Я совершенно здорова. И на этот день я хочу быть возле тебя. Такой день. Такой день. Если бы ты только знал, Митя. Ну, самый обычный, простой день, Таня. Лихо еще сидит в нашем доме. Надо с ним справиться. Оно уйдет. Оно уйдет. И в наш дом придет счастье. Жар птица. От каждого перышка в доме будет сияние. И каждый получит по кусочку сияния. Каждый рабочий и инженер, и каждый директор. Ну, на меня не хватит сияния. Хватит. Всем хватит. Оно очень большое, это сияние. Понимаешь, Митя, я шла по дорогам, большим дорогам, видела людей, простых, маленьких, и мне было страшно за них и за себя. У нас было большое горе, я была меньше его, а надо быть больше, я не больше.
большие маленькие люди. У них большая вера, большая любовь. И будет большое на весь мир.